Возьмем. Зачем ходить, их можно убивать, я не понимаю. Вообще, даже зачем же вот их ходить? Ты что, можно было препарировать и посмотреть, что у них внутри. Бери, короче, выследить Еграса большого и пойдем на экспедицию. А, вот, я выбрал всё. Ну что, подожди, я хочу читать книги. Я хочу посмотреть, что такое Исаиды. Вот, полевой справочник. А, мне интересно, кто такие. Вот, так. Вот. Да, про Исаидов. Во, Исаид. Убито один. Насекомое, парализующее жертв. Своими длинными жалами. Очень хрупкие. Охотятся с помощью яда и самострела. Они находятся в древнем лесу. Значит, здесь все-таки больше локаций, чем этот джунгли вот эти. Не, ну понятно, да. Но что-то я не это... Парализуют? А-а-а, такие, которые жопа большая. Да, я, наверное, знаю, они там в 5-й, наверное, или в 11-й. Ну пошли, да-да, чё, на экспедицию. Скажи, сос, я такой, а, короче, это... Большой Еграс, чтобы его нормально убить, типа, когда у него пузо набито. Здесь здесь всякая полезная информация написана. Короче, нужно бить его в пузо, чтобы чудовище вырвало, и оно слабо. Класс. Кулак ку-ку-ку. Используйте небольшие камни, чтобы отбиваться от врагов. Ну да, безоружие верные, самострелы или напугайте. Это ты сам обнаружил. Потом, значит, поки-поки. Верничий орган содержит яд. Она выманивает неорган. Наблюдение показывает, что поки-поки нападают на слабых чудовищ, но побаиваются более сильных. При первых признаках опасности выделяют. Аньян. Благодаря органу в горле аньянты умеют плеваться огнем. Целитесь в шею и куда быстрее справитесь с этим чудовищем. Там вообще куда-либо целиться сложно, там охотник постоянно. А я издалека стреляю, и он там дергается постоянно, такой, бля, что происходит? Поэтому очень проблематично, особенно то, что пасть не очень опасное место. Жаль. О, здесь можно это. Есть экология, есть психология. Повреждая, написано, какие места существ повреждаются, каким оружием лучше всего это делается. Класс. Короче, башку больно, аньянту, башка болит и хвост. И больше всего башка. Ой. Блин, я вот не знаю, я взял расследование? Я думаю, я взял. Не. Вот, у меня вот написано, горючий живу, Асаид. Асаид. Они вот прям слева. Чё, сос отправить тебе? Да-да-да. Ну вот, сейчас отправлю. Сос! Дед Мороз. Или все, окей. Да. Отправил САС. Дед Мороз. Нажми принять сигнал САС. Да, яб, да. О, они отпечатки лап. Страшно. Принял САС, ноу. Сложность. Любой язык, ну, поиск сигналов SOS. А вот экспедиция. Опа, или они дурачок какой-то. Куда мне телепортироваться? 11-й. У тебя же других нету. У меня есть 11-й и 1-й. А, я тебе сейчас покажу, где 8-й находится. 8-й. Так, асаиды вот тут, вот тут, вот тут, вот они. Иди ко мне, короче. Тут я, тут эти... Уровень сложности задания изменишься. А этот... Ну ты понял. Ты понял, да? Ну да, я. Ну да. О, еще поки-поки. Во, вижу асаиды, да? Это же асаид? А, нет, это лечебная стрекоза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и семь, и шесть, Медовик. Медовик. Вкусный торт, мой любимый медовик. И Наполеон еще тортик. Я это, да. Это синдром некий, ты знаешь, он такой видит, допустим, муха-свин, да, такой. О, муха-свин, ой, какой он жирный, ой, свининки захотелось. Знаешь, такой с картошечкой, это мама такой, масленый. Блин, я себе представляю, да, масленый такой. Это как дети из Ералаша толстые, всегда себе так идут.
Потому что эти режиссеры расисты. Что ты срёшь? Я тебе не помешал? А, это не ты, это не ты! Ты чё, дебил? Извиняюсь, простите меня. Где ты? А ты у нас... Ой, Поки-Поки напал на меня. Ты вообще вон там... О, давай её убьём. Ну, я давай. Ну, спасай меня. А как метку на карте поставить? Никак. Надо... А вот установите точку. Что? И карты. Это написано вот этот стик поставить точку. Ой. О, тут даже этажи, типа, по этажам показывают. Да, да, да. Ты читал, что Поки-Поки надо делать? Там только написано про вот трусость, а именно вот эту психологическую карту я не посмотрел. Сейчас я на тебя прыгну! Чёрт, я мог на него прыгнуть. Вот чай! Ненавижу фрукты, поэтому у меня жопа надевается. У тебя кот смешной. Да. Пиздец, хуйня. Супер выстрел нахуй в голову, бабах, бля. Ваш обосрал. Смотри, как могу. Опа. Что? Ты просто отлетел что-то. Надо было ближе подойти. Мне кажется, не надо, да, и нужно вот эту вот бибу на голове. На это, на горле стрелять. Да, это очень сложно попасть, я постоянно в пузы ей попадаю. Да ё-моё, поверните персонаж. Чем как меня не отравился? Вот, сейчас паралич, короче, попробую паралич. У тебя есть паралич? Да, у меня есть стрелы на паралич. А я пока выпью противоядие. Ой, кончились на паралич. Я не попараличился. Да уж. Он убегает. Этот пидорас убегает. Чёрт. Ой, вот, кстати, вот эти... Асаиды. Только у меня автоприцела нет, как я буду в них попадать? Это очень сложно. Или лови... А, нет, ловить это не убить. Блин, Поки-Поки убежала, что делать? Надо проверить, вот сейчас вот летает возле меня, это асаид или не асаид? Это ядовик, это растение, это не то. Да ну, правда? Сука. А я думал асаид. Ромчик. А я так, думал асаид. Ловушки, местная живность. И чё, асаид это не местная живность, что ли? А, во. Мелкие чудовища. Вот, прямо тут летает. Да, это асаид, короче. Ну блин, ну мы что, будем собирать асаидов или поки? Ну ладно, поки-поки, мы уже не убьем, так что. Почему не убьем? Так оно же восстановилось, наверное. Дебик. Мне надо убить 20 асаидов. Да блин, а я вообще по ним попасть не могу. Как? Почему автоприцела нет? А, они еще и пропали, вон там еще. Сучка. Как стрелять? На кнопку. Навести самострел. Выстрелить из самострел. А у меня типа снарядов нет. Чем пойдем Поки-Поки? Надо убить 20. Потом убил. Поки-Поки чего становится, если она уже не установилась. Иди пизди тогда пока ее, я сейду сейчас убью. Я вроде писал 12 убил.
Я, конечно, мог неправильно посчитать. Мне кажется, она восстанавливается прям очень слабо, и еще, ну, а посильнее восстанавливается, наверное, если мы сдохнем, типа, когда она кого-то убивает, наверное, жизнь восстанавливает. Было бы логично, мне кажется. Так, похоже, тут. Фу. Чё там? Она это сделала. Это самое. Обосралась? Да. Черт. Откуда поки-поки перья? У нее же бабочка. Как крылья бабочки, нет? Самое время поправить самочувствие с помощью исцеляющей осы. Ой, ой, аньянт! Фарил? О, ой, он ее жрет. Она обычно убегает, когда видит яичника. Че, будем аньянты пить, да? Конечно, да, да. Где поки-поки? Ладно, хорошо. Давай наверх. Надо его оглушить вот этим светлячком ебаным. А ну-ка, какой агент-то? И не будем монетом. Да я просто его оглушу, чтобы он за нами не бегал. Ой, бля. Зибись оглушил, да? Ну, этот поки-поки убежал наверх. Ой, здорово, пацан. Как жизнь, блядь, воровская. Как жизнь воровская, блядь. На меня вор напал, блядь. О, оглушил он, все, бегай, отстанет меня. Не пойман не вор, да и вор не пойман. Что? Где Доки-Моки? На карте. Я вижу только Саидов. Доки-Доки, Литрыча, коллабы. Литрыча. Литрычи. Я не понимаю, чё он круто просто новелла какая-то скучная, ничего не такого интересного. Ты не знаешь, что там в конце? Там, ну я знаю, что это типа хоррор, но типа страшный или чё? Ну как сказать, просто необычно, что так жанры сочетаются, а так ничего особенного. Как Жожу, в принципе. Угу. Большого играться ж надо исследовать, а мы тут. Нахрен нам этот играс. Мне нужна броня, поки-поки. Реально. Залипаю в экран. Блять, вся жизнь как игра. Вон, а все уже падает, все. Пизди, пизди. Я не могу вас найти. Вырисет, я бы сказал. Ти. Грозового жука нашел. Да почему ты ей бьешь не туда, куда надо? Че, у меня резко все части тела стали защищены? Чуть я не вкурил. Ребята, вы, блядь, где нахуй? Да на карте, ёп! А, ёп! А, это Аньян. Нет, это не вы. Да... А вы где? Вы дураки, что ли? А, вот! Бать, телепорт. Птица, принеси меня! Я лечу на птице! Так, прилетел. Я близко с вами, пацаны. Она... Аня не сваливает, повезло. Та-та-та-та. Я прибежал. Здорово, ребята, как жить? Блять. Да почему у меня сейчас защищены, куда я не целить, куда я не бью, ты? Ну да, да, я еще и глушен. Почему я только сейчас-то понял, почему никаких рисуночков, чего? Я должен смотреть анимацию. На себя смотреть надо.
Да опять защищен начать, как только я комбо хотел прописать. Ты в ой, что так залагал? О, у него теперь этот снизу говняшка стала этой. Типа не розовый, а темный. Ну, типа защищена, типа. Да ё... Я тебе вообще буду урон наносить сегодня, а нет. Ты... Все кровь стрел нахуй в жопу прям ванал. Вау! Ну, видишь, что было, наверное, с нашим басом. Она сваливает. Вижу. О, лапа Ньянта, прикольно. Куда она полетела? Далеко. Тут дерево можно обойти еще. Можно прям в дуб зайти. Сейчас едим паёк. Едим этот... А, я не положил это в сундук. Ой, она облетает. Парализующая жаба. Здорово. Да. Ты немного не туда ещё. А, все правильно, все. Молодец. А это, по-моему, аньянт, а нифига не это. А, нет. Поки-поки. Блин, мне биограсса выследить вообще. Да она опять где-то наверху, ну где? Опять в этой пещере бегаю, она не в пещере. Она опять прибежала в то же самое место, что и в прошлый раз. О, а вот это кто? Паутина. Вперед. Вперед. О, Махасвин. Тут Махасвин, Ромыч. Да хрен с ним, сейчас поки-поки становится дурак, какой Махасвин. Да Махасвин. Махасвин. У меня задание на Махасвина есть. Да блин, да ты потом мы на экспедиции все равно бесконечное время. Вообще-то, знаете, ну Махасвин-то бесконечный, а Саид не бесконечный. Если я Саида к нему не за определенное время, меня выкинут из игры. Не всегда. А, да где это пойду? Как до нее добраться? Да что за блин с этими этажами в уровне? Просто. Ну все, она уже восстановилась 1000 лет назад полностью. Нет, каким-то образом еще ближе к нефти. А, нет, к Аньянту ближе. Это Аньянт? Да, это ты дурак, что ли? Ты их не различаешь? Это Поки-Поки, я возле вот Поки-Поки. Все нормально. Кто по ночи убежала, что ли? Ой, ты еще в итоге ближе к ней. Mm. Я же только что к ней бежал. И в итоге я к ней пытался бежать, ты собирал там своих свиней, то к ней ближе оказался. Каких свиней? Я хотел ее собрать, свинья пропала, я бежал в Поки-Поки. Да убери этот прицел вообще. Я пиздец. Тут пещера ебаная. Вот она здесь стоит, она на кол гнезда. О, просто поставь на ней метку и светлячков поставь, и там будет этаж найдется. Фига себе, так можно. Ну, опять она улетает, да только пришел. Кири, это прицел ради Господа Бога, блин, Святого Духа. Святой Дух, это хорошо. Да, ударил по защищенной части полностью. О, да, да, вот так. Бля, опять не туда пришел. Может, побыстрее? Я пытаюсь найти место. Пытаюсь вообще выбрать. Да, блин, поставь этот. Я говорю, светлячков, он тебе покажут, они тебе куда бежать. Сейчас. Да ё-моё, да. Где кнопка-то вообще?
Я просто, я с какой стороны ударю, просто удаляюсь, как об стену, типа, защищенное место, не могу комбо прописать, вообще урон не наношу. Чё за бред? Да нет, а ты чуть-чуть все равно наносишь. А, вот, тут все это время пляны были, понятно. О, Махасвин. Да. Сидит. Вот паутина. Как жизнь? Как она меня нашла? У меня даже музыка перестала играть теперь. Нас пизданула мой супервыстрел. Классненько. Ой, она пиздит. Нахуй, плавно. Она так, убегает. Так, вот. Когда я опять успел травиться, я чуть не понял, когда она... Она обосралась прямо только... Я каждую секунду, блин, противоядие трачу. Причем очень много здоровья, ну, прям прилично максимально. Она убежала все-таки. А я же думаю, есть надежда на то, что она никуда не убежит. А да, она недалеко убежала, просто не с пяти. Как? Да хватит меня отравлять! У меня же зелий нет! Все, у меня последнее противоядие было. И то есть сносит еще дофига здоровья, я только посмотрю, у меня же все больше плыны нет, все, я уже мертв. Ты уворачивайся от атак, которые рядом стреляются. Ну ё-моё. Опять меня травило, и опять меня пол хп уже сразу нет моментально. Как то Ой. И не делюсь, если её травление ещё наслаивается друг на друга и ускоряется, если их много. Ну, так скорее всего. Эй, чё, я же только что выпил противоядие. Да она говорю, но когда-то успевает тебе ещё раз отравить по 100 раз. О, она уже хромает. Я осталась безданной пару раз. Да, куда? Зальба в экран. Над лопляном. Ой, бля. Стамина от скайкурики. Стамина. Модно, собака. Можешь не спуститься, там неудобно драться. Сейчас. Так, можно ее, кстати, отравить. А, нет, уже не получится. Я сам с помощью Лиана отравился. Короче, я типа из растения вытек на Лиан. Я типа отравился. Таким образом, слезая по ней. Да, прикольно сделал. Да-да. Ну да. Есть такое, правда, у меня опять же. Ни здоровья, ни человека. Поки-поки скоро покинет это место. Написали. Чёрт. Он быстрее его добивать. А уж. Ой, чё, все уже отравили. Не дай бог она сейчас вылетит. Никто не улетишь. Ясно тебе. Сейчас я тебя...
Ой. Да нет, куда ты убежал? Я только выстрел использовал. Блин. Да, съебись ты со своим туманом. Да нет, да аньян, да фиг с этим аньян. Когда я опять успел травить. О, сдохла. Сад бы. Так, теперь надо махасвина убить. Надо махасвина еще высадить. О, это же Саид, не? О, нет, прибежал, смотри какой. Мальчик, он сейчас жрет сейчас нас. Да собирайся, иди. Он бежал, нас боится. Да, мы крутые. Ну, ты помнишь, что мы с ним сделали тогда? Вот, Саид. Меня... Че, а Саид? Меня укусила Саид. Я теперь двигаюсь, я теперь парализован, блин. Он опять меня укусил, я опять парализован, её. Прикольно. Нет. Так, чё, это все, что есть покипоки? Побольше ресурсиков и меч брат, так её было. Ну так нормально. Я травился и кровью поки-поки, который нам высрал. Свидет. Прикольно сделал. Так, а косточка у меня есть. Так. Все, стреляем в комаров. А ты взял задание на Саидов-то? Да. Ты сам меня просил. Я думал, такой, не будем. Убил так, одного. Ой, Аньян прям сзади нас идет к нам. Да, он чё он там? Мне надо выследить этого большого Играса. Пойду, короче, услеживать. Да под... А Саид это не только здесь. Хотя, может, только здесь. Смотри, какой пацан смешно идет. Где? Ну, про... Ой! Всё-таки я хочу посмотреть. Смотри, злой какой. Надо я тут спрятаться. От него, наверное, воняет еще. Ты чё, это от тебя? Так, вот. О, Яграс, а это Яграс. Стой, давай, короче, я вот отвлеку, а ты беги. Какой? Я телепортируюсь на первый. На первый лагерь. Кого ты там? Я телепортировался. Сейчас да? Я его это. Я ушел. Куда он ушел? Я ушел. Перекинуть с ним. Я на первый лагерь телепортируюсь. Надо найти и большого Яграса. Ты выбрал выследить большого Яграса или нет? Ой, тихо-тихо, я тут комароид. Аксоид. Почему мне не нацеливаться на него? О, большой игра, старые печатки лап. Где? Вижу. Где я, ёпта? Алло. Телепортироваться еще куда-то меня заставляешь. Что, я чат включил каким-то образом? На геймпаде. Так. Первому лагерю. А почему ты сам... А, не... Да. Поехали. Я отвлекся. Живым или мертвым? Что? Всё? Где? Кто тут был след и где ты еще должен быть след? Есть сериал такой. Так, вот тут след, значит он где-то вот тут пошел, вот сюда, вот сюда. Туда, сюда. Ты следы видишь, игра с... О, вон нашел. А, нет, не нашел. А мне вообще надо этих оксимиронов собрать и... Асаидов? Рукоморье. Бля, мухомора? Муховой свин? Да. Тебе нужен муховой свин? Хрюкоморы, да. Во. Чё?
Все.